在这个巷子里面，对，就那个小巷子里面真的还可以。三个有想那么多？多了去了，我靠！之前在哪里？在哪里？真的？是忘记了，还是哪里吧？那边好多那种小巷子。对，哦，就那么一块的决定了。Всем привет! Меня зовут Фея из магазина Кикпани. Сегодня я получил новую материю, точно новую, потому что он еще не продажа. А просто это сейчас просто китайский. Давай сейчас рассказывай, что за товар. Товар называется Xiaoyi Action Camera 2, батарея 4К. Его такие коробка, маленькая, симпатичная, и его... Но пока нету, не, просто он китайский камер, иностранцы камер скоро будет, мы тоже будем получать, и еще я буду делать новый обзор. Давай сейчас показать, как китайский камер работает. Он просто коробка, и сама камера, инструкция. И кабель USB, он просто так маленький, и такие мало, нету комплекта, как подержать крепко, просто камера. Камера тут тоже мало того, что есть и какие-то больше информации, просто здесь есть телефона, микрофона и ключи включена. Здесь есть батареи. Самое интересное, что с батареей рядом есть карта, порт для поддержать SD-карты. Вот тут, тут есть, можно видно, но можно посмотреть просто рядом с батареей. Но это, думаю, тоже хорошая придума. И здесь есть место для ключи. Подержите только, но чтобы клеить у машины или у велосипед. Здесь есть порт USB карта. Порт USB можно подержать, передать информацию через компьютер и можно батареи зарядку. Ну и просто так. Давай сейчас включи на, посмотрите, что его. Я взял карту. Давай мы сейчас выключи на, поставить карту. Просто хочу показать, как он снимает видео и фото. Посмотрите, тут такие маленькое место. Опа. У камеры меню только китайский, поэтому надо купить камеру иностранную камеру. Если только китайский язык, тут только один кнопка, а надо все через экран использовать его меню вот так здесь настроить. Давай сейчас через APP посмотри, он сейчас уже включен. И я скачал у телефона APP. И мой телефон, я настроил его по-русски, поэтому сейчас показано английский. К соединению. Здесь, если Wi-Fi, здесь можно нажать выключить. Включить, и его информация, Wi-Fi название и Wi-Fi пароль. А я уже был соединил,
Поэтому он сразу показано подключить к камере. И здесь можно выбрать и Wi-Fi, какой сериал, 5, 5 и 2.4. Ну, то есть, смотрите, вот соединение, просто сейчас, может быть, чуть-чуть подождать. К сожалению, что здесь все по-китайски, здесь SD-карта, информация, сколько его памяти еще есть. И здесь указано, когда включить камеру, что можно делать. Можно делать фотографии, снимать. Фотография обычно видео снимает и фото снимает, медленно снимает, повлияет, снимает видео, и снимает видео, и фотографии снимает. Вот так. И здесь обычно снимает, какое время снимает, ну, короче, много-много, я не знаю, как по-русски говорит. И здесь есть Петукс. Экрана какой степени показан цвет, ну, именно свет, какие показано. Звук. Экрана поворочь или out. Сама, он еще можно сам самозакрыто стекло, самозакрыто экран и сам выключить камеру. Время настроить можно. Здесь время можно, здесь дата можно настроить. Вот так. Здесь настроить видео. Можно снимать 4К на 30 кадров в секунду. Вот так. Вот эти виды можно снимать. Само минимум можно снимать 480, 240 кадров в секунду. И вот тут. Это видео, что можно снимать. И здесь какой-то свет. Низ свет по видео качество. Переаппарат. Ну, типа, еще можно вид, какой видео вид можно снимать. Но сейчас уже соединение с камерой, APP с камерой соединил. Смотрите, он можно видео снимает. Вот. Сейчас видео снимает. Вот так. На улице. А это фото снимает. Раз. Два. И смотрите, здесь можно выбрать разные фотографии снимает. Я выбрать вот это. Можно много фото снимать. Внимание, смотрите. Три. Фотографии снимал сразу. Вот так. Посмотрите. Вот.
Вот сразу три. Это обычно снимал это видео. Но показана другая система. Вот так. И вот звук тоже есть. На улице. Вот так. Ну, это китайский. Но когда через неделю появится новая камера, я буду еще вам, еще буду сделать обзор. Спасибо всем за внимание. Вы можно подписать наш канал, и вы можно писать у нас контакты. Контакты часто есть акция и конкурс. У нас канал я часто делаю новый обзор. Спасибо, до свидания.